Дніпрі пасажири поїхали за новим тарифом. На більшості маршрутів вартість проїзду – 15 гривень. От, скажімо, на 56-му автобусі проїзд не підвищували. Тоді, як за найдовші рейси у місті, доведеться викласти 18 гривень. Але чи готові до цього дніпряни і чи не збираються пересісти на велосипед? Зараз про все запитаємо. Та ні, все так же. Піднімали і далі будуть піднімати, що робити. Дальше буду ездить. Даже не могу ничего так, знаете, определенного сказать, потому что какая-то такая ситуация и в стране, и в жизни у всех, поэтому не знаю. На велосипеде навряд ли нету, а ездить меньше нет, все равно буду ездить. Я хожу пешком, стараюсь больше ходить пешком. Буду на власному транспорте ездить. Так, с кондиционером, это как они там в этих Богданах, что разваливаются. Жара, люди едут. За такие гроши. Общественным транспортом буду ездить, а что делать? Нет, это безобразие, конечно, что повысилось, и причем разная цена. Я купила этого красеня, и теперь маршрутка это только когда дождь або когда снег. Отже, чи электротранспорт, чи оцей хлопчик. Я и так не особо часто езжу на маршрутке, но вот если с друзьями или с какой-то большой компанией, не особо удобно ездить на маршрутках теперь. Это выходит, мне кажется, слишком дорого. Уже легче поехать на такси. Ну как-то должно быть выгодно же АТП работать. Наверное, то, что решают. Я на машине передвигаюсь. Вот. А общественным транспортом немножко сложновато, потому что долго стоишь на остановке, ждешь, потом очень жарко внутри, мне было плохо, когда ехала в маршрутке. Не дуже мене стосується, я взагалі міським транспортом не користуюсь. Ви знаєте, ходжу пішки з задоволенням, але якщо треба терміново на роботу, буду їздити. Працюю, тому можу собі дозволити. Ну, я так питаюсь більше ходити на роботу, мені не так далеко, ось тут спустився трохи, ну а тепер, звісно, буду більше. Будемо здоровий образ життя вирабатувати більше.